Привлечение инвестиций необходимо для развития павлодарского курорта. Местный предприниматель планирует вложить порядка 150 миллионов тенге в течение 3 лет на развитие туристической зоны Маралды. Там ожидали, что с развитием инфраструктуры, вложения определенных инвестиций, Соленое озеро станет местом притяжения туристов не только из Казахстана, но и ближайшей России. Однако пандемия внесла свои коррективы, и развитие идет не так быстро, как хотелось бы. Галина Трощева продолжит тему. Павлодарское соленое озеро Маралды – место, которое может стать курортно-санаторной зоной международного уровня. По оценкам специалистов, грязи озера могут избавить от множества недугов. Оно богато залежами так называемой голубой глины. Сейчас бизнесу предлагают выгодные условия в виде отсрочки по арендной плате сроком до 3 лет. Местным жителям также предоставляют торговые точки для сбыта сельскохозяйственной продукции. Возможности для роста есть, перспективы для развития есть, потому что курорт, ну, не курорт, место, я скажу, вот это вот Маралды, оно востребовано. Наверное, и пандемия сказалась, и вот эти все ограничения ковидные. Люди едут подышать, где-то попользоваться грязью, отдохнуть. Курорт хотят превратить в этническое место отдыха с национальным колоритом. Сезон работы с мая по сентябрь. В будущем туристическая зона планирует функционировать до 8 месяцев в год. Россиянам удалось удачно раскрутить свое озеро Яровое, которое по лечебным и географическим качествам схоже с павлодарским. Предприниматель в долгосрочной перспективе ждет такого же успеха и от курорта Маралды. Правда, без помощи со стороны здесь не обойтись. Наверное, здесь нужны преференции для этого. Здесь уже нужны какие-то серьезные шаги со стороны государства. Чтобы делать курорт вот такого уровня, нужны, конечно, серьезные преференции. Для того, чтобы озеро Маралды превратилось в популярный казахстанский курорт, необходимо развитие инфраструктуры. Это строительство гостиниц, ресторанов, лечебниц и аквапарка. Но без привлечения крупных инвесторов реализовать эти проекты невозможно. Галина Трощева, Кайрат Алпызбаев, телеканал «Атамекен Бизнес», Павлодар.